Совсем недавно светская львица, писательница и бизнесвумен Лена Ленина в своем личном микроблоге сообщила, что развелась со своим мужем Антоном Игнатовым, которого знаменитость долгое время скрывала от поклонников. Что интересно, Ленина вышла замуж меньше года назад, а если точнее, в феврале 2020-го. Пышное торжество тогда состоялось в присутствии звездных гостей в роскошном столичном ресторане, в котором и трудился шеф-поваром новоиспеченный муж Лениной. А через две недели после бракосочетания молодая жена улетела в Париж к сыну и вот уже почти год не возвращается. Кроме того, находясь во Франции, Ленина заболела нынче модной болезнью и долгое время лечилась. Ее муж не успел сделать себе визу и не смог вылететь вместе с женой. А затем нарушилось авиасообщение со странами, и ему пришлось остаться в Москве. И как оказалось, молодожены не выдержали испытания расстоянием и недавно приняли совместное и мирное решение развестись. «Без скандалов и раздела имущества, по обоюдному согласию», написала Лена Ленина по поводу развода. В результате их брак официально просуществовал меньше года, а фактически всего 14 дней, которые молодожены провели вместе до отлета Лениной в Париж. Таким образом, брак Лены Ленина стал одним из самых коротких в отечественном шоу-бизнесе и занял третье место в рейтинге, уступив лишь бракам Натальи Ветлицкой и Евгения Белоусова, которые прожили после свадьбы 9 дней, а также союзу Джуны и Игоря Матвиенко, просуществовавшему ровно сутки. Напомню, это уже второй развод биографии бизнесвумен. В 2014 году после 2 лет брака Ленина рассталась с французским аристократом графом Паскалем Флораном Эдуардом. И вот теперь Ленина вновь находится в статусе невесты, причем весьма завидной. Среди ее приданого значится недвижимость в Подмосковье и во Франции. А вам спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!